Так. Ну что ж, всем привет, с вами Феникс. Одно но. Да, я сейчас записываю. Я не стримлю. Интернет сказал идти нахуй. Так что я, походу, вообще не знаю, что теперь делать. Потому что, блин, ну не работает у меня нет никак. Я пытаюсь это сделать. Переткнул кабель, стало еще хуже. Если там он хоть 3000 кб вытягивал, то сейчас он 1100 еле жмет. Так, вот мои шестерки тут, да. Терминатор, блядь. Блин, сейчас же опять меня грабанут. Да? Давай, до 7 утра. Тык. И вот он стоит на месте, он не шевелится. Только бы не спиздили. Оп! Ага. Не спиздили мои бабулечки-то, а? Чё тут у нас? Я кто? Я профи. Так, отношения с одиночками чуть лучше, бандосы не меняются вообще. Одиночек вообще с наемниками нейтральные отношения. Что? Что за фигня? Наемники там с чистым небом и одиночками нормально общаются. Охренеть. У меня стоп-шоу, у меня с бандосами, я чуть не въехал. Я враг одиночкам, долгу свободе, член, ученым, наемникам, воякам, монолиту, только нейтрален с бандосами. Попал парень. Ха. Да, блядь, Феня влип. Конкретно так влип Феня, да? Ай, блядь. Сука. По самые помидоры вляпался в это дерьмище. Ну это ж надо тут такого, а? Пиздец. Пойдем, погуляем. Погуляем по локациям, сейчас постилку бахну. До горла. Может, кашлять меньше буду. Блин, хреново, когда простывший, причем хламы. Ну, стримить с таким инетом вообще не идея. Ну, вообще невозможно. Так что только вот так вот сидеть он. Записывать. И все. Потом залью. Как-нибудь. Так, тут хабара 5 точек. Так, может арты где-то? Болты там, они арты завалялись. Курил. Почухали, да? Тут. Оп, инструментики. Оп. Прыгаем как, да? Так, пойдем сразу в сторону хабарика. Бежит, бежит комарик. Хоп, и спиздил весь хабарик. Ха-ха. Пойдем посмотрим. Что тут на локации можно намудрить, да? Радиация боком. Движ. Там будет движ.
Ну а нам надо куда? А вот сюда, за хабаром. Первым делом хабар. Все остальное после. Бизнес-план прост. Сначала берем хабар. После занимаемся сталкерней. Псины. Псины — это не гуд. Псины — плотики. Блять, а мне надо плотиков понатыкать. Зона, отпусти, не фриз. Опа. Бля. Чё-то я перешугался, трашки. Плотик. Ядрить тут плотиков. Мне надо 6 мяса плотиков. Вот. 3 кошкиных хвоста. Запиздить надо где-то. О! Плотные, да? Моих мудил гасят. Чё, положили? Воу! Ай, бля! Ой. Нихуя у пацана вещи. Ёпта, я аж чихнул. Вали, вали его! Ну нихуя. Вот это у пацаны вещи, да? СВХ, сук. ХКшник, двинарь. Пернач, не, пернач нахуй. Это сверху оставлю себе. Как бы там ни было, но вот это хуёвая снайперская позиция. Инфосотка. Ёпта. Пёс. Пёс прилёг. Ха. Нихуя они там забазарили. Где-то вот он мой. Или пушку нах, или сам. Ебало завали. На бригадного базарит, слышь? Ща, блядь. Чёрт умом тронулся. Это что? Мох. Ёпта. Мой арт. Виноград тоже неплохо. +5. Обвесимся мохом, пожалуй. Часть хабара зашкерю обратно. Бо на себе тягать такое тоже тяжко. Хлопцу. Вот. Вот так вот, да? Да. Посмотрим. С кем? Кто там вообще валится? Алло. Пойдем. Наблюдаем. Пораненный, да? Пораненный. На кого они быкуют? Ебать. Тучкан, тучкан, тучкан. Пойдем пока покромсаем. Тиранули меня, пацаны. Слушай, ну, так подставиться. Я слышу сталкера. Вы чё? Тучкан, пустой тучкан. Подло тучкан. Так, ладно, пойдем пока сталкерне пизды дадим. Ну а там разберемся.
Вот. Пачка жмуриков, да? Ёптыть. Ох ты, не слабо! Запасливый был отец! Да? Сука. Чепух. Оу, дядя, блядь, вы что нахуй? Спиздил мой калаш. Пизда. Пизда. Я говорю, что у него тоже, блядь, хуйло, да? Заметил, да? Какая залупа. Ну ты прикинь, да, блядь? Ты по-нормальному так, он, ебать, хуйловый гзо, блядь, такой лазит, типа, я, блядь, тут нахуй. Мразь ты конченая, блядь. Но, блядь, если можно будет снять с него брон. Я помню, что можно. Пиздарь, пацану. А всё так, петухи. Жира, жира, молодой. Первый. Твою... Второй, нахуй. Вот так вот. Мерков, блядь, попрогоняли. Сука, спрашивай, на кой ляд? Так. Где еще жмурьё? О, ебать, фомасик там. Да, блядь. Я понимаю, да? Вещи делали, пацаны. Вон, оптика там. О, блядь. Да, блядь, с таким хабаром. Можно жить так и не полкая. Он геху вылезал. Чё? Четвёртую надо поднять, я считаю. Вот это нахуй. Хламьё. Ну, посмотрим. М4 геха в топе, да? Чё, ещё М16 поднять или ФАМАС? ФАМАС. Вот, сейчас его... До ума-то и доведем. Ключик где мой волшебный? Хер знамо где. Вот это разберем. Вот это разберем. Вот это. Вот. Так-то. И жить-то еще можно, я смотрю, да? А бронь-то? Порядочная. Смотри, да? И бронь такая приятненькая будет для тела, а? Аптечка и оптика. Костя! Долбоёб ты, Костик. Ай-яй-яй. Ну, сука, не на тех же людей ты залупнулся, Костя. Не на тех, ебать там валево, да? Ещё два тут. Торгаши, техники, нихуя, слышь. Надобно будет прояснить, что здесь есть. Хуй с маслом, и тот не достается, да? Ну, блять, пойдем в самое пекло. Оп, и по болтам. Вот тут ды, блять. Ну, на всякий поорать детектор. Ну, типа, мы крутые, мы сталкеры, все дела. Ну, и как-то так, нормально, через кучу. Понящие, да? Оп. Бабло, глушак. Тоже неплохо сойдет, да, я считаю. О, пенек. На пенек сел, косарь отдал. 100 рублей. Ну, сука, блядь. Наебал. Надо пойти. Ебать, у меня уже
порыскали в тайнике, приколи. Ну, сука. Вот петушуй, блядь. С одиночками отношения чуть лучше, блядь. Чем там, блядь, бандосам похуй, как бы. Частично, мать его, блядь, разграблен. Ты понимаешь, что это вообще? Стопэ, стопэ, пацанчики, Алена. Вы там, говорят, в тайничок мой лазили, блядь. Стопэ, скал, блядь. Ну типа привет, лось. Блядь, сейчас снимаю куртку, нахуй. Накидываю бандосью. Чё, не? Не катит, блядь. Ты фуфел, блядь, в натуре. Бля. Вы чё, на, не поняли? Вот это мой бизон был, ёб твою мать. Ну, суки. Блять, кому бы вас, сука, Костика, да, блять, положили. Да? А вас-то и скормить теперь некому. Хмалять, под нож же пойдете, пидоры. Ёп! Идите нахуй. Петушня, блядь. Волыны мои уже поперли. Заценил, да? Мои шакалы уже поперли волыны. Вот 5 минут не продержались, чтобы не упереть волыну. Бычье, блядь. Ну, ладно. Считай. Считай, мы, скажем так, вопрос решали. Это от пидорыча. Здесь чё? Бить крысу. Здесь с палки перегнать. А, блядь, ну в натуре. Считай, мы это. Точку у них отжимали, блядь. Такое, да? Ну, такие свои терки, ебать. Вот. Сосыч! Ну и стоило оно того. Дебил, блядь. Ну вот, блядь, сосыч-то пустой оказался. Все, блядь, идем дальше, нахуй. Не, ну это нормально. Тут только что братушки прошли, ебать, никого. Я их порезал там такое, да, блядь? Думал, они мой тайник дернули. Шпалер оттуда дернули они, да. Ну и шпалер кто-то с моих крысят спер. Чё, я с них спрошу? Нет. Там и так он мурло. Так. Попиздили, блядь, моих вещей, мрази, блядь. Отнагрузился, блядь, до чертиков. Да? Да, блядь. И антифриза нету, чтобы бахнуть. Не, антифриза нету. Ну вот же, блин, а? Влезли мы в залупу. Чё, робить будем? Приложение 300 раз бегать, пока не катит. Чё за оптика там? ПОшный, охотничий, да? Рядом. Вот винарь чем? Ничем. Геха. И варик. F1 тоже. Это. 417 топовая. Вот это вот вещь. СВ-ху так. Чпонь. Бам. Бам, нахуй. Ну, блядь, надо что-то мутить, короче.
Блять, опять в скайпе кто-то задрачивает, заебали. Там есть технарь. Ну, короче, делаем-то так. Скидываем вот эту тему. Вот эту тему скидываем, да? Ну, чтобы не мусолить. Вот это добро скидываем, да? Потом МРЕхи скидываем. Там минералочку тоже сюда нахуй. Оп. Потихоньку вострячим ласты. Вот. Не, ну а что еще делать, да? Теперь тайник не светится. Собственно, про него не знает никто левый, да? Вот, только мои хуежуи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Этот чё голый бегает? Дебил, что ли? Ты. Гришко Терминатор, млядь. Аркаша Сивый. Да. Вот армейская броня, а туда же. Дятел, млядь. Ну, дятел, млядь, он и есть дятел, серьезно, да? Вот на кой-то ляд попёр, да? Ну, в общем, непоняточки с пацанвой, да? Надо что-то с ними решать. Парочку точно придется куда-то деть. Чи в расход? Самолично. Да я и так он уже. Видишь, им только пофиг. Вот это тоже непонятки какие-то. Надо что-то решать, короче, будет. Тут, блядь, техник где-то светился. Паша техник. Бать, тут движло такое, видать. Да. Михась маньяк. Крыса, видать, ёпта, бля. Сейчас только что ляпнет, я его держу. Драченый кипяченый-то. Шакалы. Бать, тут крысы нахуй. Ебать, приколи, да? Пачки крыс, ебать. Одночки бандиты объявляют прекращение огня. Нихуя. Посерьезу тема, да, такая? Ебаный рваный. Вот это я маслину поймал. Тут, короче, что-то мутное, да, у пацанвы? Вон, одиночки с нами огонь вообще прекращают. Я что-то не въехал вообще. Нет, он со своей чепушней разборки веду. Ну, понеслась. Минус репа. Дай в рот ее ебать. Главное, что я живой буду. Ха. Первый есть. Еще минус репа. Да вы что там, ебу дали, блядь. Я тут такое, не сильно же мучу грязь, алло. Вы чё, блядь? Рядом кто-то. Я тебе отвечаю, рядом. Мурло, в экзо легло. В экзо мурло легло. Учёные бандосы, одиночки и бандосы порешали, да? Всё, да. Чисто, да. Теперь чё как?
Стояк на окраине, да? Ну? Вот оно, наше чудо. Жив еще? Ну и ладно. Ну. Миха длинный. Опа, коротким стал быра. Он. Закинув пацана дерьма. Я-то думал, блядь, ну он как. Эйш. Ты, сука, к ним по-хорошему, а они-то, блядь. Пидорасы. Вал. Херась. Я, сука, блядь, что-то это... Стесняюсь спросить, давно ли бандосы валом комплектуются, а? Блядь. Разобрал ёбаного бизона. Вал разберем. Да, блядь. Давай, погнали, не? Ладно, делаем еще одну хоботину. Вот. Вот он, мой тайник личный, да? Тут я помню, где-то были торгаш и механик, мля. Ибо если их тут нет, то вот это в натуре западло. Ну, прикинь, да, как в натуре западло, да? То есть я к ним, блядь, колеса катил, а они мне вот такой хуй мохнатый вешают. Образно говоря, да? Я иду, думаю, ща там пацанве бабосик с меня капнет, да? Я там себе снарягу новую или эту подновлю. Такое, короче, ну, свои житейские терки. А они такие, хопача, доставай волыны, все дела, блядь. На кой ляд мне АПС, собственно, не грибу. Но АПС шпалер толковый. Тут признаю. А, блядь, заперли в ебань меня, суки. Ну и нахуй ты сюда стал, гангрена, блядь. Бля, пиздец. Во. Во. Нахер отсюда, блядь. Ну, видишь, как-то так и пролез. Хе-хе. Ну они вообще дебилы. Нахуй. Порванный экзо, короче. И дебилов тоже пачки, блядь. Западло, короче. Техников нет, нихуя тут нет. Выход этот куда? На склады и в бар. Ну, до свободушки я бы загонял. Да только без толковой снаряги туда лучше не совать свой дуже длинный нос. Да и тем больше он, я обвешался больше, чем надо. То завалить надо, этим спальники припереть. Видишь, как все выходит, да? Цикаво. Я, короче, тут бегал, млядь. Решал всем проблемы, мне в итоге за это еще и такую подставу мутят. Что меня тут сученые ждали. Ну, вообще непорядок, я считаю.
Я проебался, тут где-то тайник был, кажись. Надо его вспоминать, где он. Идрен. Бля. Чё-то потерял. Где мой хабар в загуле? Серьезно говорю, потерял, где мой хабар? Такая подляночка, да? Хабар вроде был, а вроде ты не знаешь, где ты его положил. Ха-ха. Ну, крутяк, да, крутяк? Помню, там балки были на Урале. А большего, болт его. Найди среди тысяч Уралов, да? Скажи, что тут где-то. В междурядьях. Чего он там где-то? Ну, беттер там, бля, кажись. Тут везде беттеры, малять. А, я проебал, походу. Прикинь. Чего тут он, да? Кажись, оно. Все нормально. Батя хабар не проебе. Батя свой хабар любе. Батя хабар не проебет. Ну давай, мля. Тоже не, прикинь. Раз, два. Лады. Давай еще вот это скинем. Ты, короче. Гангрен. Скажи, чё ты такой бомжар, а? Это под что? Неважно. Это под что? Неважно. Это туда же, да? Сейчас всякого говна в него накидаю. Называется, лишь бы не у меня. Так, 1200. Ядрить тебя. В ноздри. Держи. Ты. Ты был. Сперминатор. 16 тысяч. 11. О! Фигарь. 70 тонн. Ля ты мудень. Дядь, ля ты мудень, да? Ценные волыны, а, блядь. Такие бабки. Ну, вообще, охуевший дятел. Ценные стволы за такие бабки брать. Экзач бандосов? Маск-халат за 200 штук. Новый 12-й. Двадцать шесть тысяч. Пиздец. На самом деле, вот это пиздец, я скажу. Это мясо, суки. Это мясо тушкана, это еще мясо какой-то хуйни. Блять, заебали, еще и в Steam пишут. Своевременно, да? Начали все вдруг меня заебывать. А Илюха кабан сдохнет скоро. И будет хорошо на свете каждый жить. Ну, кроме него. Он же сдохнет. Так, это все нахуй идет. Потому что надо кэш. И это нахуй. Эй, давай, блядь, и под стволы в него засунем. И это дерьмо. И компас у него, кстати, тоже имеется. Богатый сукин сын. Вот это. Не. Вот это я, пожалуй, заберу. 25,8. О. Давай еще вот нашивок на все. А, не хватает рубля. На, нахуй. Пошел в пизду, черт. Теперь можно загрести нахуй обратно. О. Собственно, нахуй мне нужны тонны отмычек, да? О, почухали, почухали, пидорасы эти. Так, ебашим морешку. И минералочка. О, другое дело. Хотя, стоп. Бегать тут
О, не, можно, да, можно. Главное чем-то упороться. Что это дает? Последняя сила плюс. А это еще больший, да? Да, но фонить буду. Как блядская елка, нахуй такое счастье. И самое, блядь, забавное, что вот. Те, кто, блядь, враги для меня, да? Сученые крысы. Они берут топовые стволы по топовым ценам. Что внезапно охуенно странно для меня. Хотя, может, это нет безысходности. Ну, типа, волына нужна. А бригадный завалит в случае чего. Типа, хули один раз живем. Хм. Забавная ситуация на самом деле. О, обвешанные, да? Во, двенашка, эмочка. Пацаны знают. Так, тут чё, пёсики гуляли? Дай хуй с ними. Фонит, не фонит, не идёт. Да, там пёсят. Ебали мы это счастье. Ползём, ползём, ползём нахуй отсюда. Оп-оп, оба! Толя! Загулял отсюда нахуй. Обосрался Толя. Псина ёбаная. Ёбаный насрал. Еще и псы шторм. Ну, сука. Вот это, блядь, своевременно ши... Я ебал. О. Еще движуха. Где, чё, на вышке прям срать? Ебанулись, что ли? О. Братва пошла, да? Ровные пацаны. А, во, вот в этой хуёвине можно переночевать. Бля, будет западло, если отмычки, блядь. Все подохнут. Давай, отмыченьки, бля, закатуй всей пиздотой ко мне. Во. А, во. Ёпта. Ща, походу, им пиздат. Прятаться, говорю. Хер кто спрячется, да? Ну, сейчас вокруг меня... О, их было шестеро. Уже пятеро. Видать, одного мы проебли. Вот же дерьмо. Ладно, ждем-с. Так. Опа-ча. Одиночки и бандосы воюют, задание. А чё... Ёпта. Ёпта, я не понял. Чё это за маслить сталкера? Чё это оно? Еба. Чё за западло? Всё, да. Мои все отмычки, блядь, попередохли. Пизда рулю. Пизда. Просто пизда. Все отмычки нахуй полегли. Ох, ёбаный же в рот. Вот. Тотальная, млять, непруха. Отмычки полегли. А... Тащить-то хабар каким-то бортом надо. Вот же, блядь. Западло. Конкретное западло. Мля. Ясно, надо ждать. Успею, блядь. Так, давай их по одному будем оттаскивать отсюда, нахуй. Кого почистили, да? Ядрен. Вот сейчас надо все в хабарню закидать.
после разберем, да? Этого почекали, этого почекали, этого теперь я тоже почекали. Там килограмм на 500 наберется, да, добра моего. Ух, ядрен. Что ж мне не фартануло-то так, млять. Как не фартит, так не фартит. Отмычки, сука, передохли все. На бегу, можно сказать, а. Да пиздец. Пиздец, все попередохли отмычки. Не делать же 500 тайников по зоне. Блять. Вот не попёрло-то, сука. Дерьмовый выход выходит. Крайне дерьмовый. Бля, чё ж теперь делать-то, а? Какая-то хрень на самом деле выходит. Ёбаный шторм. Прошел, да, прошел, видать. Сейчас он... Шпалеры хоть чутка подоводить, блядь, в ум надо. Ты их, блядь, просто взяли в руки, не умея пользовать. Поубивали нахуй все волыны. Пидорасы кривоногие, криворукие, долбоёбы. Бобластых стволов поиметь можно знатного. Ну вот 200 кило тут, у меня под 150. Ну пиздануться можно. На самом-то деле, да? Вот. Так вот, во. Новую броня, он их зач себе намутил. А сейчас что делать, блядь? Хер его пойми. 120, а на мне 160. Ёбу можно дать. Здесь поскидывать все КПКшки сейчас. Так. А же, сука, западло. Всю дробь нахуй. Боезапас себе порезать, так сказать. Выкинуть этот кусок дерьма, и вот этот еще тоже туда же. Блять. Влип по самые помидоры. А, блять, вот эту хуйню выкинуть забыл. А вот его влип, так влип называется. Отмычек нету, нихера нету, вот. Барный, нахуй он не нужен. Маск-халат. Повесим экзо, посмотрим. Маск-халат, у него разрыв и термалка лучше. Так он вообще полутоп. Считаю маск-халат. И я вообще на беспаливе гоняю. Если он стоит 200 тонн. Пиздец. Пачка стволов, которые можно забарыжить. Без Б, да? Вот. Спички там, блядь, это оставим пока. Тут на самом деле дохера чего. Такого, что можно сливать и не мусолить. А, тут либо экзо в топ выводить, либо камуфляжку. Хотя хз, если она еще делается. Ох, пиздец мне, пиздец. Вляпался, сука, по самые не балуй. Ладно. Хорош выть. Надо двигать уже. Так, запы скинем. Арт. На борт. Этот что даст? Так, от радиации. Есть. Компас плюс 5, а этот снимает только 3, да? Так. Вот. Но я бегать буду, что подорванный, да. Тем столько пленка, что она химзу хорошо дает. Во! Еще один арт возьмем в запас.
Так, вот это, одну СВ-ху надо будет еще оставить себе на будущее, да? Так, вот это значит... Хотя я могу и упереть еще частину с этого. Это в дальний нахабарить. Вот это забрать. Вот это забрать. И вот это. Слушай. А перевес? А если я в экзе пойду? А в экзе я могу еще килограмм под 20 мутануть. Хей. Для тема, да? Это на дальнюю туда ныкать надо. 170 я еще в бою. Хей. Это на дальнюю ныкать. 190. Упрем. Ну, вот сумка вообще беспонтовая для меня. А 193 это уже опорник, да? Да. Это же дохуа. Тогда минералку сныкаем. Вот эту только заберем. Вот эту выпитую оставим. Все, вот, блядь, проебали в пси-шторме отмычек, да. С хабаром проблем не будет. Вот, нахуй нам форс. У нас и поприятнее вещи есть. Вот. Надо в долину вернуться. Там будем разбираться, шо да как да и к чему. Это вообще было что-то дикое, ебанутое. Выход вроде не сильно и... Во-во-во-во, не засосет аномалия, я жирный стал. А за это экзачу спасибо. Блин, на самом деле не знаю, либо камуфляжку оставить. Чуть-чуть хуже, чем экзач защищает. Либо все-таки экзач в топ и быть танком. Хотя для бандоса что важное? Правильно. Беспалевность. Собственно. Так что займемся, пожалуй, этим. Это сейчас будет самое важное для нас. Так. Жмуры все еще лежат. Нормально. Движемся. Медик. Важный перс. Важный. Там торгаш. Кто это за мной побег? Ёпта. Ёпта. Отмычка. Отмычка. Здорово. Мои отмычки не все передохли. Ёпта. Вот это поворот. Слышь? Эти мудаки еще некоторые живы. Просто так проебались красиво, да? Суки. Я думал пиздец, а он просто беспалевный. Ха. Мудила. Вот так вот и води за собой толпу отмычек, да? Они потом берут и съёбывают. Ну и нахуй ты меня оттолкал, дебил, блядь. Куда по съёбам куда дал, сука? Топе. Мудак. Так, сталкерскую оставлю. Так, сколько не хватает, блядь. Держи вот так. Писишки. Ёбаный. Опа, Яшка Терминатор. Я не понял, он чё, дезертирил от меня сюда? Мудак. Нормально, да? То есть он взял, съебал от бригадного. Такой хуй он съебал от бригадного. А наебать всех не ушло. Не то для него.
Есть? Есть хабар, зуб, есть. У тебя вон бинокль новый подвезли. Людей ловит, говорят. Патрончики, во. А чё мне больше не надо ж так-то? У меня все уже есть. Во. Одну СВ-ху в топку. Здесь он. Этот мусор туда же. Минералку в топку. Прицелы в топку. Айда стопе. Оглушак. Под что? Под калаш. Ната. Не торт. Ну пиздец. Бандоси нашивки, он под 60 косых поднял. Называется. А не. Чё, и этот за полтос? Нихуя себе. Приварочек, блять. Да, блядь. С таким-то приварочком можно вообще не париться. Вот сталкерский комбез пошел тоже к ебеням. Вот 140 косых, оп. 300 тонн на кармане. Ага. 300 тонн на кармане, значит, все у нас в лучшем виде. Бля, еще глушачок. Под СВ-шечку. Но. Во. Достиженько. Ща. Скидочки, да? Здесь можно апать. Шансы. Ценные вещи теперь продают. Но зуб. Давай. Самое ценное. Что у тебя есть? Нихуя у него нет. Это что, глушак? Под пистолет, что ли? Конечно. Ну, пойдем посмотрим, что у нас там есть. Вот. Ну-ка. Что тут у нас прозрачное? Куртка бандоса. Брони не будет. Но тут так 10 тысяч. Ремонт СВХи. Ты пизданутый? Вот ты ёпта. Блин, экзач будет тяжеленной броней, конечно. А в этом я меньше палевный. Ай, давай поликарбонат. Последнее здоровье. Или разгруз. А там уже атак свою бригаду сколачивает. Даже не знаю. Термо. Вот так вот. Буду. Химза, Радик, Химза, Радик, Радик. Прочность. Или кое-какая полуброня. А давай полубронь. И бронь. Блин, либо он будет чутка меня лечить, либо я буду на нем таскать еще тонну хабара. Ну, даже не знаю, я бы оба взял, хорошая тема. Либо вообще, даже не знаю, ну вообще артами можно груз дать. А лечилка это такое, да, в набегах. Даже не знаю на самом-то. Ай, бать, давай, короче. А, лечи меня, снаряга и контейнера. Вот. Удобность, надежность, отдача, новая оптика. Всрём и всрём второй раз. Точность. Точность, настильность или там погня. Настильность, меньше отдача. Во. Экзач. Ай, ба, пусть лежит там.
Не знаю, пригодится мне экзат через лет так 300. Вот она. Ай, мля. Че я не люблю СВ с этим ебаным прицелом. Мне ну ебанский. Эта оптика меня бесит. У меня весь стрим будет крутить вперед-назад так. Но вещь довольно-таки ничёшная. Кроме калаш, точнее. Но если вшарить, то засунет знатных. Это снайпаша надо. С неё можно таких раздавать, что ай-яй-яй будет. Этот что даёт? Во! О, все, да? Смотрим. Радиация минус 2. Минус 5. Минус 3 плюсы. Минус 3 плюсы. Тут что? Радиация минус 5. Это реген. Это охуительно. Теперь. Макс вес, восстановление сил. Вес, это фигня. Вес 5, радиация 3. Но это восстанавливает силы. Что дурной. А этот снимает 3 радиации. Но этот чуть поприятнее будет, да? Плюс вес опять же. Ладно. Хай будет так. Колбаску подпрячем, да? Мясо плотика попрячем, да? Ну и пока, пожалуй, вот так вот вещи полежат у меня, да? Вот, теперь я заряженный. Так, Вову, накал. Вову, накал. Вову, нахуй. Нахуй. Курева. Ай, пси-защита, ладно. Вот так будет все. Все, решили проблемку, да? Вот. Ну... И чё, радиация теперь вообще, хоть на ЧАЭС, блядь. О, в реакторе купайся. Хе-хе. Опа. Так. Так. Чё там будет из движений-то, а? А из движений сейчас будет замес, скорее всего. Загребаем свой хабарик и идем на барик. Потому что на баре шо? Мля, на баре. Правильно, на баре движ. Килограмм 60. Вот он. Мой топчик по снаряге. Ля какой, ух, блядь. Ну, пойдем сейчас в бар. Зайдем к долгашам в ебло. Постучим, да? Они даже не поймут, кто там пришел. Потому что они сильно дебилы, блядь. До них нахуй не дойдет.
Ну, долгаши стоят, тупят, блядь. Ща, блядь, придут бандосы. Должатинки пощипать чутка. Блять, такие, да, знаешь, там нежданно-негаданно стоят, ждут, тут им на поебальничкам каждому всовывают. Потом по беспаливу пойдем, вон. К торгашам доебем. А в конце-то концов, чё они, да, как суки? Ты им нормально говоришь? Давайте побазарим, перетрем. Они такие, не, ебать, молчат, стоят. Ты сотый раз приходишь, они такие стоят, молчат. Ну, суки, они есть суки. Ты у них псевдыча убиваешь, ты там от плоти, от всей хуйни их защищаешь. А они чё? А они стоят, молчат. Дебилы, блядь. Ты уже обмазался артами. А они стоят, суки, молчат. Непорядок. Вот сейчас я так захожу, да, тут 2-3 десятка дожатины стоят уже на меня такие, чё надо, бля. Нет, такой пиздец сейчас будет просто ад. Вот так я захожу тут сразу, блядь. Стоят, блядь, готовые к бою, нахуй. Я с двумя отмычками тупыми. Ха-ха. Не, если повезет, они хоть одного и двоих да и пришибут. Ну это вряд ли. Хоть одного как-то подранили. Ты сука. Бля, бандосы с учеными начали воевать. Подло, да, такое? Получай! Да валите вы его, дебилы, блядь. Стволы доставайте, пацаны! Дебилы. Убиваем нахрен! Нашего мудака положили. Прикинь. Ну все. Мои уже утихомирены. Хера. Вот тут я понимаю, спецура. Боюсь уже. Где ты, должара? Там что, еще живые? Кучкуют все где-нибудь. Ебать, ждем противника. Ебать, в синей камуфляжечке, да? Ебать, я нахуй отвлекся полутать, и меня пизданули. Надо бы всех вываливать, а я затупил. Сам виноват, сам дурак. Ну ничего, ща. Прибыл, хлопца. Так-то теперь я хоть знаю, что эти мудаки из полудохлых иногда восстают, блядь.
Гроза. Серьезно, ребятки. Ладно, я пока просто все нахуй выкину, да? Уже опосля займемся. Будем разгребать. Где чье добро, да? А сейчас надо вон пойти, блядь, дать им просраться. Сейчас кто-то вылезет на меня, инфосотка. Я тут такой крутой стою. Аля мне в рот ебать на всех. Ну, ладно. Пошли. Тихо, мирно, спокойно прошел, забрал, ушел. Бля. Ну скажи, чем тебе не идеальная прогулка по зоне, а? Чисто зашел в барчик расслабиться, да? Ёб твою мать, бля! Ты дебил? Пидор, блядь. Виноградов, сука, младший, ёбаный, сука, нахуй, сержант. Так, блядь, и обосраться можно, нахуй, мразь. Долбоёб, сука, конченый. О, пустой тайник. Охуенно. Тучконы. А только не говори, что они сейчас на меня побегут. Да. Нахуй пошли. Нахуй пошли, говорю. Пидорасы. О, зомбиков повесили. Бедные животные. Причем бедные тут зомбики, а животные это долгаши. Ну, пойдем знакомиться с девочками, да? Перший. Отгуляв. А? То есть у вас вот такая пиздатая охрана. Что... Считайте, абсолютно любой может зайти. Дать всем пизды. И никто даже не забеспокоится об этом. What? Ну хоть кто-то подумал, блядь, что тут кустики синего цвета. Чё-то водка палёная была. Чё бармен? Чё со свободой, блядь, промышлял? Я не знаю. Ну, долгаши мруть. Без единого патрона. Родненькой, заходи. Скучно не будет. Так тут пиздец, я говорю. Пизда, тут еще и сталкерня набегает. Тут перезаряжать не успеешь. Да? Ты меня не увидишь, дебил. Просто стой, зажимай. Он словил, блядь, полдесятка бронебоек в борт. Порычал и ушел.
Блять, ну точно бармен свободовцам помогает. Вот скотина! Да ёлки! Первый. Другий. Пизда. Вот это реально дичь. Я уже не знаю, что делать. Они меня видят, они в меня целят, но... Они в меня не станут стрелять, потому что дебилы, блядь. Ну это уже, блядь, даже не смешно. Ну они реально мрут как мухи. Пиздец, мне их так сейчас жалко. Шучу, не жалко. Дебилы, блядь. Грозу в пизду. У меня есть имбаствол, блядь. Так. А теперь броньки идут нахуй. Полностью. С масочками, блядь. Дебил. Арни Рип, инфосотка. Да, блядь. Нет. Арни выжил, блядь. А всякая пиздота вымирает. Что делать, жизнь такая, да? Валанчик умер. Пойдем дальше. Да. Тонной. Бармен и какое-то хуйло. Грицай. Дебил, блядь. Бармен, говорю, иди нахуй. Уебу же. Бармен, пошел нахуй. И палит, блядь. Пиздец. Хорошо, что пошарики полетели. А? Вы чё, ёбу дали? Пиздец. Я нихуя не понимаю, что творится в зоне. Они тут все на лютом, блядь, на тотальнейшем похуе. То есть, чё бы я, блядь, тут не делал, никто и в ус не дует. То, что здесь творится. И, блядь. Только что. Я, можно сказать, стоя у них на глазах. Замаслил
члены группировки. И вот он с пары метров меня не стал атаковать. Он задумался, блядь. Мэн, это не здравая хуйня. То есть я могу вообще стоять тут, блядь, в рюкзаке. И меня никто не атакует. Что за хуйня? Кто-то понимает, что творится, нет? Кроме того, что я выебал. Я их просто выебал. Тип прошел так, знаешь. В полнейшем ахуе. А? По мне впервые выстрелили. Правда, был в одном метре от меня. А я стою нахуй на проходе. Никого не смущает? А то есть вообще абсолютно всем проебом. И тут стоит, блядь, какой-то... Один, сука. Один. Вот, блядь, один нахуй сраный бандос, да? Тут стоит и валит все, что шевелится. Никого это, блядь, даже не смущает, то есть... Ебать. Такого дерьма я, блядь, в жизни давно не видал, нахуй. Ну что это за пиздец на самом деле, он? Никто даже, считай, и не стрелял. Так, попытались, поняли, что это бессмысленно, и ушли дальше нахуй отсюда. Тут уже не разберешь, где чей жмур на самом деле. Пиздец, да? Во, залутал. Вот, да. Пара дебилов. Броник, заберите. Бля. Пиздата. Изи фарм. Хм. Блять, бармен все бегает тут. Бедненький. Вот. Реально кому не поперло, так это бармена. Внимание!
добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Ему все планы нахуй перепоганили. Зато он сейчас налутанный. Что я ебу? Ну вот считай, да? Я тут всех положил. Бармен половину уже упиздил. И это еще не все. Вот кому в кайф, так это бармену, на самом-то деле. Так он не скажет об этом. Он вообще со мной говорить не хочет. Это не потому, что он пидорас. Или потому, что я, например, тут что-то натворил. Ситуация куда сложнее, на самом деле. Просто у меня есть куча бабла. И топовая снаряга. А бармену, как обычно, досталось за щеку. Лай-лай. Ну ты все. Собственно. Я не знаю, куда я теперь это добро, правда, попру. Млять. Сам, блять, бармен заебал пугать, чепушила ебаная. На самом деле торговца здесь нету и, видать, уже больше не будет, потому что он на меня обиделся. Подходи, сталкер, для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Оп. Тарарам. Ты у нас кто, блять? Нафигатор. Нафигатор идет нафиг, а я... Не, ложить добро при таких петухах... Не, не горю, на самом деле, желанием. Может, тут кто в комнате сидит? Тук-тук, кто в теремочке? Блять, наебал сам себя. Теремочек пуст. И бармен почему-то стал одиночкой. Он всегда был в группировке торговцев. Но я в чужие дела не лезу. Если после фикса он стал таким, значит... Значит, нехуй мне в это лезть. Ну вот. Такое, блядь. Весь бар вырезал на... таких изичах. В принципе, мне сайгата не нужна уже. Тонны ремок, всего этого добра, блядь. Химера. Да, химера. Нужно по-быстрому скинуть лишки и пойти с ней повоевать. Пока она сейчас не прибежала и не передрала, блядь, меня, например. Потому что я знаю химеру, она любит, блядь, приходить, сука, в самый ёбаный нежданчик. Пока я сейчас, например, перекиду свой хабар. Поэтому я сейчас дико очкую, на самом деле, ребят. Дичайший, блядь. У меня очко играет. Я боюсь химер. Просто когда-то, в начале моей сталкерской карьеры...
Меня напугала химера. До сих пор я смотрю на все в желтом ПНВ. Пидора видишь? Я вижу. И он умер. А! Жмых. Жмых умер. Гей номер два. Какой? 105-й. В пизду. О! Покромсаем химерочку бедненькую. Вот так вот. А. Ты чё, мразь? Громов. Бармен. Две сучки. Боец. Там пидорасы идут, но я-то на беспаливе. Ну, нихуя. Пустой хабар, понятно. И я такой подкрадусь, да? Я спёкся. Меня вы, блядь, отработали, пидоры. По-моему, вы чутка приборзели, парни. Не? Ёбнутые какие-то ребятки на самом деле, не? А вот и Воронин, блядь, поиграл. Вот и все. Считай, блядь, нету хваленого долга больше. Все. Да. 5500 бойцов. Взял имбу. Один человек. Дал пизды. Тут сейчас Пидоренко или еще кто? Там еще не, все. Долг официально прекращает свое существование. Кто здесь, мразь? Какой-то полумонолитовец, что ли? А ну зайдем. Ты чё? Ушел. Мразота. Морфин. Все доктор был. Кимчук, ты как? Давай помогу. На. Деньги. Хе-хе. Вот так. Так, Громов. Все. Погодите, погодите. Долг с бандосами объявили о прекращении огня. Ну что, долг официально прекратил существование, сука. Изи. Ну это на самом деле изи, понимаешь?
обоссать всех сраных долговцев, это мастерство. Только не помню, как вот здесь. Бля. До тайника добраться. Ну да ладно, там кто-то побег. Смотри, кто-то побег, блядь. Бармен. Ладно. Давай сейчас поставлю демо-рекорд. На секундочку. Я хочу узнать, где тайник, извини. Где-то тайник показывает, но вот их нету. Потому что верим в свою партию, знаем путь, который она указывает. Единственный. То есть здесь тайника нету. Но он здесь есть. Ладно, посмотрим, как мы выглядим. Как какая-то хуйня. Ладно. Полетели тогда вот сюда, да? К реальному хабару. Оп, запер в себя в снаряге тонну. Ха-ха. Слушай, у меня предложение, давай я сейчас просто пролечу, да, к своей снаряге. Ну просто я хрен знает, что еще делать. Тут надо уже конкретно заняться разбором снаряги, но я и займусь этим сейчас, ладно? Сейчас положим в тайник стволы, которые я оставляю 100%. И все будет в порядке, ладненько? Вот. Хорошо, что мы договорились, да? Вот. Вот сейчас надо еще починить парочку. Так, это что? Века 9 легенда. Шатное говнище. Короче, разбираем все нахуй. Вот. Запчастей у меня тонны. Собственно, что мне теперь не мешает использовать миллион разных вариков по перебору снаряжения, да? Да. Вот. Уж извините, я не собираюсь 1000 раз бегать, потому что на этой локации торговца нету. Вот. Так что, блять, приходится только так. То есть либо так, либо, блядь. А ну-ка, стоп. Тут тайника нету? Нету. Где проход? Вот туда, да? Да. Раз, 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 раз. И полетели, да? Ну, а через всю карту, блядь. Блядь. Я не понял, где тут край будет. Ладно, телепортируемся вот сюда. Дальше разберемся. А, нам тут за 2 метра от перехода, считай.
удалось упасть. О, нормально. И сейчас тут 3 секунды до торгаша и все. И будет все топчик. Угу. Это на самом деле изи будет. Просто хлоп, щелк и готово. Вот. Пум-пурум-пум-пум. Опа. Угу. Ждем с торгаша. Ха-ха. А дочки меня ненавидят. Свобода такое, член такое, ученый такое, вояки там вообще пиздец. Долгашам на меня внезапно стало похуй. А. Точно. Долгашей это больше не существует. Так. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Оп. Алекс местный там на кого-то бычит. Лол. Там что, сталкерня набегла? МПшечка. О, СВУха. Да, поприятнее вещи. О, цинк. Тяжелый цинк, это по кайфу. Это реально такая вещь, которая реально по кайфу будет. Блять, я на одних глушителях состояние заработаю. Угу. Это хуйня. Эммо найф. Типа патроны под нож. Дичь какая-то. Сейчас опять 1080 сбагрю. Под счет так. 70 точно. До 80 косых. Элитный приварок, блядь. Блин, сходил, называется. Прогулялся, блядь. Просто прогулялся в бар. Наебашил долговцев. Столько, сколько вся свобода за историю существования не набивала, блядь. Хуеть можно. Зашел, называется, в бар. Ага. В баре теперь скучно, ловить нехуй. Запчасти химер, да, до 90 даже тысяч. Пиздец. Не, ну такими темпами реально бандосики всю зону заберут. А я и так уже в топовой снаряге, так буду вообще там. Пиздец. Вот кто-то не умеет зарабатывать, а я он пошел, зафармил тут ползоны махом. Хе-хе. Бля, в идеале бы сейчас со свободой это решить, но... Это навряд ли уже. Так что тут они в пизду. Ну что, давай до 100 тысяч туда что-нибудь. Не, до 100 тысяч не будет он. Ремок. Разве что накидать его. Один рюкзак оставлю.
на всякий. Ну, 1097 будет точно. Заработал, пиздец, изи. Даже элитные аптечки могу нахуй. 102 тонны. Ха! Понимаешь, блядь. Просто 102 тонны нах с куста. Мне уже можно не париться, я считаю. Ну. Охуеть. Просто охуеть. Чё я тут могу себе купить приятных вещей таких? Тюльпан. Или... Чё? Тюльпанчик, да? Так. Да. А вот это называется вылазка. Пиздануться. Я просто люто охуеваю со сложившегося дерьма. 16 тысяч. Что, много, что ли? На. Чё? Вот это бабло. Чё, ну чё ты тут мельтешишь? Вот. Собственно... Вот это уже можно и отложить на будущее. Вот это откинем на посля. Это тоже на посля. Это нахуй выкинуть даже. Беспонтовая шлачина. Можно и это даже скинуть к хуям. Возьмем себе топовую волынку в зубки. Вот. Видишь? Вот так. Тема, да? Нашивочки там, вся хуйня. Это так, хай будет на всякий, да? Вот, житуха-то пошла, я смотрю, да? Да, технарю. 30 НКПК, держи. О, полтосик. Так, с собой пытается присунуть кровососу. Пиздец. Маршруты, компромат на бороду. О. Шлемак. Да и хер с ним, считаю. Бабки на кусту растут для меня. ПНВшку. Во, бля. Тухлая зелень. А если снять его? Если снять, вообще нихуя не видно. Чё по рюкзакам у меня? Я ебать, в запасе тут. Тут хоть раздевайся, хоть пизданулся, да? Хоть лестницу дали, и на том спасибо. Это говно выкинем, вот это говно выкинем, да? Сейчас до торгаша доберемся опять. Есть! Есть чё, давай! 5 рюкзаков. Держи, блядь. Боеприпасы. Колбаса. Во! Да! Консервы. 40 консерв.
Мясо есть. Консервы еще давай. Держи. Чисто для виду. Серебро минус 1700. Воу-воу-воу-воу-воу. Вы чё, дебилы? А, 25. Тупит трошечки, видишь? Система отношений трошки ёбу дает. По-дурному, да? То да ладно, да? Надо потом до Сидора заметнуться. Ну то уже. Чё нового, а? Это можно жрать. Мясо плоти оставим. Ну вот тут снарядился так только в путь, да? Стоп. Ну, нормально все. А собственно, давай уже закончим, да? Нормально так. Да? Ну, в общем, всем спасибо. Все свободны.